первых числах октября университеты пожилого человека вновь открыли свои двери. Более чем для 5000 студентов преклонного возраста начался новый учебный год. На праздничном открытии одного из таких университетов в Октябрьском районе побывала и наша съемочная группа. Университеты пожилого человека впервые в Курской области появились 4 года назад. Сначала в городах, а потом и в самых отдаленных районах пенсионеры записались в студенты и вновь сели за парты. С каждым годом интерес к обучению у курян старшего поколения только растет. Мы начинали с одного в городе Курске, на второй год было 17, третий год было 47, а на сегодня у нас уже сейчас зарегистрировано 51 университет пожилого человека. В каждом вузе своя программа обучения и разные факультеты. Цветоводство, медицина, духовно-нравственное воспитание, искусство. Но больше всего желающих попасть на информатику. Тамара Николаевна уже второй год осваивает компьютер. Своими познаниями удивляет даже продвинутых внуков. И уверенно использует полученные знания в повседневной жизни. Сейчас, допустим, везде ставятся у нас не банкоматы, а терминалы. Все коммунальные уже платежи, все буквально идет через терминалы. Например, подходя к нему, мы уже себя чувствуем более свободно. То есть мы уже знаем, как владеть клавиатурой, чего нажать, как проплатить платежи. И знания полезны, и общение приятно. Но главное, они остаются молоды душой. Это и есть девиз студентов университета пожилого человека. Занимательные уроки, моральная поддержка, человеческое тепло и уважение. Здесь они получают все, что им так необходимо. Сегодня у этих студентов тройной праздник. Открытие нового учебного года совпало с днем учителя и декадой пожилого человека. Я хочу, как желают всегда студентам, пожелать вам, кроме здоровья, самое главное, ни пуха, ни пера. Поменьше двоек, чтобы вас никто не упрекал за ваши оценки. А пожелать самое главное, чтобы вы нашли здесь то, ради чего вы собираетесь. В прошлом году Октябрьский университет пожилого человека окончили 72 пенсионера. Сегодня студентов уже на 40 больше. Впереди их ждут 6 месяцев обучения и выпускные экзамены. Анна Колганова, Алексей Еременко, телеканал «7».